середине сентября в обществе «Газпром добычи Ямбург» стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация сотрудников в преддверии эпидсезона в Новозаполярном, Ямбурге и Новом Уренгое проводится ежегодно. Для кого-то она носит обязательный характер, для кого-то добровольный. Но в этом году медики настоятельно рекомендуют, если нет противопоказаний, не пренебрегать этим эффективным средством профилактики вирусных инфекций. В нынешнем сезоне в связи с увеличением продолжительности вахт часть коллектива не попадает на организованную работодателем кампанию по вакцинации от гриппа. Им врачи советуют обратиться в поликлиники по месту жительства. Главной же особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов является то, что все происходит на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. У нас никогда не было, не предвиделось такого сложного эпидсезона по гриппу. Дело в том, что в этом году придут новые штаммы гриппа, которых на территории России никогда не было. То есть мы перед этим гриппом в данный момент беззащитны. Все это будет в сочетании с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому сочетание этих двух инфекций одномоментно будут достаточно сильно влиять на течение обоих заболеваний. Ну и с учетом того, что прививка против коронавируса будет, не будет, и когда будет, непонятно, а от гриппа она существует. Давайте прививаться.